В ночь с 6 на 7 января православные химчане встретили один из главных церковных праздников – Светлое Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли во всех храмах городского округа. В церкви Богоявления Господня в Химках состоялась традиционная рождественская служба. Ее посетили сотни химчан. Дневную службу посетил и глава округа Дмитрий Волошин, поставил свечу и поздравил верующих. Рождество – один из 12 великих праздников православной церкви. В этот день верующие отмечают рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, этот праздник символизирует примирение человека с Богом.